Здравствуйте. Это программа «Что произошло?». В ближайшие несколько минут мы расскажем о самых заметных и резонансных ЧП. В студии Дмитрий Круковец. Мы начинаем. В понедельник пожар в сургутском поселке Лунный оставил без крыши над головой 11 человек, пятеро из них – дети. Предварительная причина возгорания – перегрузка электросети и короткое замыкание. В числе пострадавших – пожилой мужчина, он смог эвакуироваться из дома, но от переживаний у него случился инфаркт. Дарья Давыдова расскажет подробнее. Огонь охватил жилой дом в поселке Лунном в начале 5 вечера в понедельник, 22 января. Соседи услышали треск и крики о помощи, но пожар уже достиг такого масштаба, что тушить его своими силами было поздно. Без понятия. Бушный уже горит. Здесь жил кто-то? Жилой дом, да? Да. Сколько человек, не знаете? Не знаю, ну так. Человек 8, наверное. Две семьи, да, получается? Да, если не три. Ликвидировали возгорание 23 человека личного состава. Сложности были лишь с тем, что сообщение о пожаре поступило поздно. Привлекалось 5 отделений основной техники. По прибытию к месту вызова уже второй этаж дома, крыша была полностью охвачена огнем. В принципе, сложностей в тушении пожара не было. Единственное, что было позднее сообщение о пожаре, поэтому пожар развился до такой степени, что дом был полностью уничтожен. Люди занимались тем, что спасали из огня ценные вещи и документы. В результате пожара никто не пострадал, но позже помощь медиков все же понадобилась. Пожилого мужчину госпитализировали с инфарктом. Сейчас его жизнь вне опасности. Уже известна и предварительная причина ЧП. Это аварийный режим работы электрического тока в объеме второго этажа. На сегодняшний момент, да, рассматривается эта версия. Работают сотрудники ИПЛ, я думаю, они окончательную экспертизу дадут и предположительно причина подтвердится. Всего в доме проживали 2 семьи, 11 человек, 6 взрослых и 5 детей. Отреагировали на ЧП в администрации Сургута. Было собрано заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. Принято решение о том, чтобы переселить погорельцев в гостиницу «Опь» на 3 суток. Затем люди переедут в муниципальные квартиры в арендном доме на Ивана Захарова. Социальная служба наша городская. У нас есть законное основание оказать им помощь. Порядка 40 тысяч рублей на одну-то большую семью. Да, это как потерявшим кровь. Вот. А дальнейшая помощь мы сейчас будем вот совместно с общественниками организовывать именно вот общественный такой сбор средств, вещей первой необходимости для того, чтобы эти семьи были в ближайшие дни обеспечены всем вот необходимым для того, чтобы могли дальше жить и работать. Те, кто хочет помочь погорельцам, могут обратиться за подробностями по телефону 52 40 42. К процессу подключили и диаспоры. Пострадавшие являются выходцами из республики Таджикистан. Мы сейчас объединимся все и, возможно, в течение часа у себя проведем совещание, привлечем максимально людей, которые имеют какие-то финансовые ресурсы, и приложим все усилия, чтобы максимально тоже оказать содействие. Наш телефон 90-40-28. Адрес наш находится в набережной 4Б. В среду на парковке у жилого комплекса «Возрождение» сгорели 2 авто, еще одно повреждено. Около 8 часов утра вспыхнул Ford Fusion. Огонь перекинулся на рядом стоявшие машины Toyota и Kia. В результате ЧП 2 авто выгорели полностью, третье получило повреждение. Прибывшие брандмейстеры успели спасти японскую иномарку. По одной из предварительных версий, неверно сработала система автозапуска двигателя. Ведется следствие. Мы сейчас рассматриваем, основная версия – это аварийный режим работы электрического тока, возникший в электросистеме, да, в системе автомобиля. Ну и как бы так косвенно, но все равно будет рассматриваться, как бы, да, и основано на предмет умышленного уничтожения. То есть поджог мы как бы никогда не исключаем, и версия поджога всегда тоже присутствует. В ДТП на улице 30 лет Победы во вторник пострадали 2 человека. Около полудня 23 января водитель внедорожника Nissan X-Trail при повороте налево не уступил дорогу встречным машинам и столкнулся с легковушкой Hyundai Solaris. Корейскую иномарку, в свою очередь, отбросила на стоявшую Lada Vesta. В результате 23-летний водитель и ребенок 2005 года рождения, находившиеся в Солярисе, получили травмы. Их на автомобиле скорой помощи госпитализировали в травматологическую больницу.
Дочка была за рулем. Дочка была за рулем. Увезли в травматологию. Травматологию? Да. Дочка была за рулем. Ехала с работы на обед. Я папа позвонила, приехала. В среду, 24 января, около 7 утра, на мосту через Обь в районе нашего города произошла авария. Столкнулись три автомобиля. По версии ГИБДД, водитель «Лексуса» не справился с управлением, его машину занесло. Он выехал на встречную полосу. Там японская иномарка столкнулась с внедорожником «Сузуки», а затем с легковушкой «Джили Эмгранд». В результате ДТП пострадала девушка-пассажир китайского автомобиля. Ее доставили каретой скорой помощи в травматологическую больницу. Массовое ДТП произошло в среду около 9 утра на Югорском тракте. На коротком отрезке дороги от пересечения с Энергетиков до перекрестка с Энгельса по трассе оказались разбросаны 5 машин. Все они так или иначе пострадали от плохих метеоусловий, неверно выбранной скорости движения и колейности. На гололеде машины выбрасывало из накатанной колеи, начинало крутить по дороге. Автомобили останавливались или влетев в отбойник, или из-за столкновения с другими машинами. Никто в этих авариях мороз с Ругутским утром не пострадал, а вот ремонт железных коней теперь обойдется в кругленькую сумму. Дорога очень скользкая. Я попала в колею, меня выбросило в сторону, начала кружить по двум полосам. Потом в итоге я врезалась в отбойник. Вот. И меня вот так вот вынесло в таком положении. Я помню только одно, что я влетела в сторону в одну машину. Два года тюрьмы может получить вор, укравший аккумуляторные батареи. В полицию с заявлением обратился владелец КАМАЗа, который рассказал, что кто-то вытащил из стоявшего у дома в поселке Барсово грузовика два аккумулятора. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин 1994 года рождения. А в ходе дознания была установлена причастность подозреваемого еще к одной подобной краже, совершенной накануне. Молодой человек признался в содеянном. Похищенное имущество изъято, теперь ему грозит реальное лишение свободы сроком до 2 лет. Видел команды и решил похитить. Просто деньги срочно нужны были. На работу не могут сделать, потому что прописки не было. Прописку делаю. Прописки не успел сделать, меня задержали. Вплоть до пожизненного в Сургуте полицейские задержали мужчину, у которого при себе и дома обнаружили без малого килограмм наркотиков. Подозрительного молодого человека оперативники остановили для проверки документов на улице Чехова. В ходе личного досмотра у 30-летнего жителя города нашли 5 свертков, в каждом из которых находился пакетик с веществом растительного происхождения. В ходе обыска в квартире мужчины полицейские нашли пакетик побольше с аналогичным веществом. Исследование подтвердило предположение правоохранителей. Изъято оказалось наркотиком общей массы около 770 граммов. Возбужден целый ряд уголовных дел. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. На этом все. Это была программа «Что произошло?». В нашей группе ВКонтакте «Что произошло Сургут» уже почти 2000 человек. Вступайте и вы, и публикуйте свои материалы о происшествиях в Сургуте и Югре. Ну а я, Дмитрий Круковец, с вами прощаюсь. Берегите себя.